Доброе и мирное время суток, мои дорогие и уважаемые подписчики. Всех рад приветствовать на своем канале «Что в старой шкатулке». И сегодня у нас утренний обзор покупок, то, что мне удалось с утра прикупить. Покупок мало, но они есть, ребятки. Удивила вот такая вот коллекция, видите уже перед собой, коллекция вот таких вот интересных вкладышей, номерные, наклейки вкладыши, разная тема. Это и звери, и природа, смотрите. Драконы, слоны, белка, панда. Вот такой какой-то город в скале. Пеликан, монахи Шаулиня, павлины. Какое-то растение, вот такие вот ягоды. Воины, драконы. Природа, горы, вот такие вот красивые. Человек занимается единоборствами. Китайские женщины. Такая вот прекрасная природа, смотрите. Какой чистый воздух. Такие вот обезьяны. Какой-то хорек или суслик. Вот такое вот животное. Карликовое дерево. Художники, вот которые что-то рисуют. А, это такой, я так понял, что это какой-то китайский театр теней, и у них в руках вот такие вот фигурки, и они показывают какую-то выставку. Давайте дальше. Вот такая вот лягушечка, вот такие вот цветы, очень красивые, целый луг. Китайская такая какая-то, какой-то храм или мавзолей, вот такой вот белый тигр. Крокодилы, вот такой вот густо переселенный город, смотрите, какой город, сколько балконов, китайцы, вот такой какой-то тоже природа, вот такие вот цветы, то же самое, вот, такой, вот такая вот природа, интересные такие вкладыши, очень много, правда, повторов есть, насчитал их 78 штук, ребята, 78 вкладышей, они номерные. Вот даже возьмем любую вот обезьянку. Вот смотрите, 114-й. Тибет. Барен Маккен. Тибет Барен Маккен какой-то. Кто знает, подскажите. А вот уже что-то другое. Кляйнер Манга. Кляйнер Манга. Вот возьмем девушек. То же самое. Что-то тоже Яо. Яо Дамен, 156 номер. То есть, они номерные, эти вкладыши. Бонзай. Бонзай, 150 номер. Вот такой вот. Тоже Гонконг. Ага, это Гонконг. Видите, какой переселенный город Гонконг. Посмотрим крокодильчика. Тоже номер какой у нас здесь вкладыша. 151 Китай, аллигатор, китайский аллигатор, вот, смотрите, какой китайский страшный аллигатор, ребята, так что, а вот такой тигр белый, они занесены в Красную книгу, и сейчас их очень мало, они на грани исчезновения, не бережет народ, люди не берегут природу, вот Вайсер, Кёнгстигер, Кёнгстигер 1, 143-я этикеточка. То есть тут есть и, вы видите, вот тигр, он наклеечка. То есть видно, видно такое вот очертание наклеек. Вот такой вот человек единоборствами занимается на берегу океана, океана или реки. Тоже это такая вот получается наклейка. Ну интересная такая, красочная, очень красивые такие этикеточки. Я думаю, что кто собирает этикетки, а я знаю, что на рубрика на Виолете есть коллекционера, посвященная собиранию этикеток, вкладышей. То есть это вещи сейчас собираемые и интересны коллекционерам. Пандочка вон такая красивая. Смотрите, их две штуки. Ой, сейчас я возьму и прошу прощения. Смотрите, какая панда красивая на бамбуке. Гроссер панда. Гроссер, то есть что-то по-немецки. Гросс — это большое. Большая панда получается. 191 номер. Тоже их две штуки у нас есть, ребятки.
Вот такие вот павлины, мавлины. Вот такие вот вкладыши. Очень красивые, красочные, повторюсь. Отличные такое. Целая коллекция, можно так сказать. 78 штук, ребята. 78 штук. Попробую сегодня их выставить на аукцион. Я не собираю вкладыши. Попробуем выставить их на Виолете. Посмотрим, за сколько нам удастся их продать. Вот эти вот вкладыши. Ну и три значочка вот таких вот простых. Какие-то немецкие знаки. Какая-то тут непонятное что-то есть. Это какой-то фестиваль пива. Тоже выставим сегодня их на аукцион. Современные такие значки. Клуб какой-то. Вот Гюнтер клуб. А, Junior. Junior клуб. Какой-то паровоз, и радуга, и облака. Вот, ну, вот такой, видите, это не на заколке, а вот такая вот как бы булавочка. Нету, правда, прижимной пластинки, но все равно интересная. Ну и вот такой большой. Сейчас молодежь их цепляет на рюкзаки. Я вижу, что и ходят молодежь, и такие вот значочки цепляются на рюкзаки, как бы типа модно. Вот такая вот булавочка, все работает. Все отлично. То же самое этот значок. Тоже все работает. Рабочее. Тоже интересное. Вот такой вот сувенир украшения с Канады. Смотрите, интересный такой вот индеец. Я в детстве очень любил фильмы, были про индейцев. Было модно в Советском Союзе смотреть такие фильмы. Вообще, каждый мальчишка, мы во дворе играли индейцев. Хорошая такая вещь интересная. Кожаный такой ремешочек. Такой какой-то диск, обмотанный кожей. И вот такие вот оперения. Канадский флаг. Вот здесь такие оперения. Очень интересная вещь. Где-то на стеночку повесить ее. И украсит квартиру. Такой вот сувенир. Смотрите, небольшой, легенький. С такими вот оперениями. Бусинки. Кожаный такой флаг Канады, все с кожи, вот такой вот индеец, гордый индеец, хозяин американских земель. Ну и вот такое вот видео, ребятки, вот такой вот обзорчик покупок. Это с утра мне удалось, пока я шел на металлобазу, а видео уже вышло, так что можете посмотреть в поисках ретро-автомобиля. Мне удалось прикупить вот такие вот вещи, вот такие вот покупки. Вкладыши. Три значочка и вот такой вот сувенир Канада. Вкладыши бомбезные. Так что, если хотите, ребятки, заходите на аукцион Виолити. Раздел вкладыши и этикетки. И я их сегодня там выставлю. Выставлю и посмотрим, за сколько они нам они подадутся сегодня. У нас что-то сегодня побежался по металлобазам. Что там, все металлобазы закрыты у нас приемки. Не знаю почему. Наверное, все-таки взялись за порядок. Наводят порядок. Потому что сдают все, что хочешь. И никто за этим не следит. Я думаю, что новый президент наведет порядок. И в стране наконец-то будет мир и покой. Все, ребята, всем пока. И понравилось видео, если понравилось видео вам, поставьте, пожалуйста, лайки. Если вы еще не подписаны, подпишитесь обязательно. Каждый день снимаю для вас новые видео, новые обзоры. Будет интересно. Все, ребята, пока. Крепко жму руку. Хорошего вам трудового дня. Сегодня пятница, конец рабочей недели. Мира вам, терпения, собирайте, коллекционируйте, удачи, берегите себя, ребятки. До новых встреч в эфире. Все, пока. Пока, удачи.